Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами Марина. Вчера купила мясо, так как вчера привезли в среду мясо нового привоза, а предыдущий привоз сделали дешевле. 189,90 вроде так. И я закупилась. И сейчас я хочу... Вчера его все сделала и разобрала на косточки, на мясо, на филе там, на сало. И сегодня я вчера заморозила в морозильной камере, а сегодня хочу я завакумировать. Мне многие говорят, что долго мясо не может храниться, вымерзает. Я еще раз повторяю, тем, кто не в курсе, мясо вакуумированное, хорошо вакуумированное, без доступа воздуха, свинина, что еще, какие другие мясные изделия. Фарш, например, может храниться до 8 месяцев. Мясо свинины до 18 месяцев. Понятно? Так что... Никакие ни вымерзания, ни потери качества, ничего в вакууме не может быть, так как она хранится будет в морозильной камере. Поэтому тем, кто некомпетентных в этих вопросах, лучше мне их не задавать и не говорить такое. Чтобы не было... сюда не поступала влага, мясо, жидкость, я предварительно еще раз заморозила. Вот сейчас, видите, воздух весь выкачивается вакууматором. И твердое написано. Я сделала твердое. Вот, все, замигал. Там вот мигает. Все. Запайка произошла. Мы с вами открываем. Смотрите, вакуумация полностью выкачанный воздух со всех. И такое мясо может храниться, это у меня рулька, очень долго. До 18 месяцев. Сейчас я другое мясо тоже так же достану, и вы увидите. Я взяла 10 килограмм. Я говорю, я его сейчас делаю быстро. Вот, видите, мясо. Сейчас мы его завакуумируем. Мне просто надо подальше вот так поставить. Потому что длинный пакет. Там два куска у меня. И поэтому я его... буду вакуумировать. Так, я уже говорила, шероховатой стороной будем вниз мы, а сплошная гладкой стороной мы вверх производим вакуумацию твердой. Ставим на твердую там консистенция твердая. Так, и выкачивает сейчас воздух, а потом уже происходит вакуумация. Я делаю большие мешки, потому что, чтобы так как они будут использоваться не один раз, а несколько раз, обязательно подлиннее делаю. Так придерживаю, чтобы воздух весь выкачался, нигде не... Сейчас я вот сюда, вот видите, вот так, чтобы воздух нигде не остался, плотно. Помогаю немножечко, расправляю все. И пошел, вот мигает там. Все, воздух, видите, везде выкачался. Вот, все. Если вы
боитесь, что плохо запаяло, вы можете двойную запайку сделать. Смотрите, здесь вот есть края, да? Я не знаю, видно хорошо. Вот. Если у вас есть вакууматор, и вы думаете, что вакуумация произошла у вас, мало ли, плоховато, нет, мало обеспечивает плотность запайки, вы можете вот эти края тоже запаять. Просто запаять. Без, у меня можно и автоматом, и без автомата просто сделать запайку. Вот там мигает лампочка. Немножко по середочке вот так придавливаю, чуть-чуть. И все. Сейчас кости еще будем там. А в любое время, когда мне потребуется, я сначала использую предыдущие, у меня там есть кусочек. Вот, все запаялось. И в любое время я могу достать и его использовать. Вот и все. Видите, как хорошо. Двойная запайка произошла. Вот такая. Так, еще говорила и буду говорить. Сразу, когда запаяли, выключите из сети вакууматор, чтобы вот это, где происходит запайка, не нагревалось. Лучше включить после. Края мы после морозильной камеры, если он полежал у вас ночь, вот как у меня, и специально заморозила, чтобы не попадала влага сюда в вакууматор. Чтобы не испортить вакууматор, я предварительно еще раз заморозила. Многие мужчины у меня там на Ютубе задал вопрос. У него такой же морозильный ларь, как у меня, фирма. И у него он не выключается, постоянно морозит. Я ему написала, что вы много загрузили. Там в инструкции написано, что предварительно надо или заморозить, если вы хотите большой объем положить, не 6 килограмм, как в инструкции, или 5,5, я не помню, но до 6, мне кажется, то обязательно надо заморозить. А не ложить всю. Потому что если вы не заморозили, у вас больше 6 килограмм, то он будет у вас работать, не выключаясь. Как вот у него такая ситуация. Если я замораживаю, я обязательно раскладываю и в ларь, и в морозильную камеру, чтобы не работал он, не переставая. Морозильный ларь у меня. Поэтому вот такие нюансы, не прочитают инструкцию и начинаются. Вот он мне не выключается. А это надо все читать инструкцию обязательно. Для каждой модели ларя есть свои инструкции. Сейчас, немножечко, нет, мне надо немножечко вот так. Отсюда. Сейчас я немножко отодвину отсюда. Вот так, чтобы вот так вот. Вот. Тогда будет лучше вот отсюда, от края, немножечко отдвигаем, чтобы плотнее было вакуумирование продукта, мяса. А теперь вот включаю. Происходит. И вот эти все мы вот так вот расправляем. Вот, видите, чтобы вот, видите, как плотно вакуумация произошла. Вот теперь, да, то, что нужно. И уже мигает там лампочка. Все так надо. Вот небольшие нюансы все эти надо знать.
потому что я уже вакуумирую не первый год, поэтому я и говорю своим подписчикам, будьте внимательны ко всем инструкциям, которые прилагаются у вас в вакууматоре, в холодильной камере, в морозильной камере. Все надо обязательно читать. А не так взял и сделал. Также размораживайте, когда морозильный ларь, обязательно положите куда-то все продукты в другую камеру или морозилку. Пусть они там лежат. А это вы разморозили, и уже вы замороженные положите. Но предварительно обязательно ларь надо включить, чтобы немножко поработал. Тогда только включаете и ложите туда, вы вносите в ларь все продукты необходимые и его из сети предварительно. Вы, когда он у вас поработал, из сети выключить, положить продукты, а потом положить продукты все туда, внести в ларь и только тогда включить. Потому что когда я вынимаю вот какой-то быстренько, если он мне рядом, да, то я быстро вынимаю, я из сети не... А когда у меня много, что-то из ларя надо вытаскивать, то я обязательно из сети отключаю. Вот такие нюансы мужчине, вот этому, который мне задавал, я рассказываю ему, чтобы он, если будет смотреть, то он меня услышит. Это нужно для тех, которые не читали инструкции по поводу вот ларя, который у меня на канале есть. Там, если кто заинтересуется, посмотрит. Это вторую я делаю запайку. Уже я всегда мясо делаю по две запайки предварительно, чтобы было две запайки. Для себя, для успокоения. Ну вот и все, наверное, все рассказала. А у меня продолжаю дальше. И еще, вытаскивая из морозильной камеры, из ларя, когда вы предварительно заморозили, вот эти края надо обязательно подсушить. Если они даже у вас сухие, а так как они вытаскиваются из камеры, они все равно немножечко влажные, поэтому лучше протереть вот бумажным полотенчиком. Ну вот и все, наверное. Когда вы вакуумируете кости, смотрите, чтобы кости не были острые и не порвали пакетики. Это самое главное. Будете надеяться, а вдруг они надорвали, поэтому аккуратно вакуумируйте кости. Все, пока-пока, желаю всем здоровья.